Берлине сразу после Второй мировой войны поставки продовольствия были весьма ограниченными, поэтому почти все население голодало. Полумифическую известность получил случай с одной женщиной, которая шла по улице и встретила слепого человека. Человек попросил ее об одолжении доставить его другу письмо с адресом на конверте. Адрес был неподалеку, по пути домой, поэтому она согласилась. Поначалу она собиралась отнести письмо, но потом обернулась и успела заметить, как человек снял темные очки и быстро скрылся в толпе, даже не пользуясь тростью. Естественно, ей это показалось подозрительным, поэтому она обратилась в полицию. Когда полиция посетила адрес на конверте, они сделали ужасное открытие. Оказалось, что трое мясников расчленяли человеческие тела для продажи местным жителям. А в конверте была бумага с надписью: «Это последнее, что я направляю вам сегодня».